Простой запрос в поисковике со словосочетанием «разбились на ватрушках» выдает десятки новостей. В Омске жительница разбилась насмерть. В Приморье пострадала девочка. Самара тоже попала в эту печальную статистику. В минувшие выходные под Тольятти пострадали женщина и ребенок. Санки-ватрушки, не успев появиться, сразу завоевали сердца любителей активного отдыха. На так называемом тюбинге, ярком надувном круге с донышком, катаются все от мала до велика. Но если спускаться с горы в неподготовленном месте, развлечение может обернуться трагедией. Как показал опрос, жители Самары правила безопасного катания на ватрушках знают, но экстремальные горки их привлекают больше. Нам нравятся большие крутые горки, да? А деревянные, они там безопасны. А здесь можно вон рисковать. Ну, мы там на самом деле катались и здесь. Вот, по-разному. Одним из опасных мест для спуска на ватрушках считается склон в загородном парке. Но получать удовольствие от катания на тюбингах можно и без риска для здоровья. Здесь есть и оборудованные трассы. Хорошая горка, отлично. Вот, мы не первый раз здесь ходим. В принципе, постоянно рядом здесь живем. Вот, поэтому... Постоянно ребенок сюда водим, ему очень нравится, нам тоже очень нравится. Горка безопасная, ребенок один ездит, вот можно оставить, отойти куда-нибудь. Ватрушка – один из самых опасных видов отдыха зимой. При спуске с трассы тюбинг набирает высокую скорость и вращается вокруг своей оси. Поэтому тормозить и управлять надувными санками невозможно. На спусках, вдоль которых растут деревья, высоки шансы получить травмы. Поэтому необходимо кататься только в строго отведенном для этого месте. И перед каждым спуском с горки проверять, чтобы на пути не было других катающихся. Травмы возрастают, соответственно, с весом. Потому что скорость, чем человек больше весит, тем скорость быстрее набирается, независимо от длины горки. Соответственно, травмы – это, как правило, перевороты, травмируются коленные суставы, травмируются голеностопные суставы. И зачастую получается черепно-мозговая травма. В Самаре для безопасного катания есть оборудованные горки во всех парках Самары и на площади Куйбышева. Соблюдая несложные правила, вы сможете обезопасить себя и окружающих от возможных травм и повреждений и не пополнить печальную статистику. Мария Елчан, Василий Колдашов. События.